Привет, спасибо, что зашли, мне очень приятно. Сегодня хочу показать вам французский боксик от сервиса Blissim за май месяц. Как обычно, бокс пришел намного раньше заявленного месяца. Я его получила в конце апреля. Вот таким образом он выглядит. Очень симпатичное оформление в этот раз, мне кажется. Коробочка очень тяжелая, даже не закрывается. Давно таких не было тяжелых боксов от Blissim. В этом месяце нам дали возможность выбрать один продукт, при этом продукт мейкап от французской марки Yolen. Не могу сказать, что это был прямо такой супер-супер выбор, потому что все эти продукты у меня уже были в большинстве. Мы могли выбрать среди трех оттенков карандаша для губ. У меня эти все три оттенка были. Вот таким образом они выглядят. Тут еще есть третий нюдовый. Я его не нашла. Он у меня в какой-то косметичке, потому что я им пользуюсь. Вот, можно было выбрать что-то такое. Я, естественно, не стала это выбирать. И можно было выбрать либо в тюбике, так называемый красный крем, это называется. Это такие либо жидкие румяна, либо жидкая помада. Вот в таком очаровательном тюбике. И тоже можно было выбрать несколько, ну, какой оттенок мы хотим. Вот это нюдовый, он был среди выбора. Но у меня он есть. Поэтому я выбрала другой оттенок. Хотя вот этот нюдовый, он очень красивый. И я вам даже про этот продукт рассказывала в каких-то своих фаворитах, потому что это действительно очень классная штучка. Мне она нравится. Вот, так что, скажем, выбор был не прямо такой супер-супер интересный, потому что все я это уже знаю. Пришлось просто выбрать тот оттенок, которого у меня нет. Итак, давайте смотреть. Вот такое оформление. Тут рисунок от некой девушки-иллюстратора под названием Laura Travel Book. У нее есть своя страничка в Инстаграм. У нее очень милые рисунки. А с нижней стороны у нас такое в виде виши. Такая клеточка виши. Я знаю, что есть у кому-то розовые попадались, кому-то голубые. У меня голубой. Мне оформление в этом месяце очень нравится. И тематика майского бокса «Douceur de mai», что означает «нежность мая», «майская нежность». Такое очень поэтичное название. Тут у нас QR-код, который можно просканировать. Я его просканировала, и у меня не все совпало. Ну, не страшно. Дальше у нас вот такой флаер, вложен тоже в тематике бокса, очень красиво оформлен. Они решили нам сделать такую типа книжицу, которую можно использовать в качестве закладки для книг. Очень-очень все симпатично. И нам тут рассказывают про какие-то средства из бокса, как раз про Yolen и про Rituals. Нам пишут, что в каждом боксе будет что-то от Rituals. А сзади нам рассказывают про лимитки, которые нас ожидают. И во Франции в конце месяца мая будет День матери. И нам обещают две лимитки по этому поводу. Одна будет с маркой ATWS. Какая-то странная марка, я ее не сильно люблю. И это все будет в леопардовой сумке. А вторая лимитка будет вся полностью посвящена тоже одному бренду, но уже интересному бренду Элизабет Арден. Это, по крайней мере, мне кажется, намного интереснее. И также нам говорят, что скоро появится летний сплендист, в котором будут такие марки, как Garancia, La Rose, La Canopée, Cloran. И просто очень-очень интересный бренд, который я давно хотела попробовать, Natur. Я вам это все напишу. Это должно быть интересно, хотя не знаю, какой именно продукт будет. Так, внутри у меня все. И первый продукт, который я вынимаю от марки Kerrigan. Нам уже вкладывали от этой марки маску для волос, именно из этой же линейки с натуральным кератином. И она мне очень понравилась. Я получала такую маску
от My Little Box, и она прямо классная, и я очень рада, что у меня шампунь появился в формате 75 миллилитров. Буду пользоваться вместе с маской супер. Обещает сияние, обещает укрепление волос, обещает разглаживание структуры волоса и защиту. Это прямо здорово. Это не полный формат, там большие банки, но 75 миллилитров. Даже на мою длину этого хватит на несколько раз. На раза 4-5 точно. Вот первый продукт. Второй продукт от марки Hello Body. Тоже огромный такой тюбик. Это уже полноразмерка, 125 миллилитров. Линейка Sun, солнечная, солнцезащитная. И это лосьон для тела с SPF 30. Для любого типа кожи написано. И это как нас уже готовит к летнему сезону. Это лосьон, чтобы защитить кожу от загара, скажем так, да. И в составе, если я не ошибаюсь, экстракт зеленого чая, который восстанавливает кожу после того, как она находилась долго на солнце и получила ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовые лучи А и Б. И когда кожу нужно успокоить и восстановить. В принципе, хороший такой формат, полноразмерка. Почему нет? Второе средство. Но как раз вот этого средства не было по моему QR-коду. По моему QR-коду вместо вот этого средства я должна была получить карандаш для бровей от Anastasia Beverly Hills. Мне это было бы намного интереснее, если бы тем более был бы мой оттенок. Но они что-то перепутали, и вместо обещанного карандаша мне попался такой лосьон. В общем, не знаю. Второй продукт. Третий продукт от Rituals, обещанный продукт, либо пенка, вот как я получила, либо кто-то получит крем для тела, тоже из этой же линейки Sakura. 50 миллилитров, очень люблю эту пенку, у меня в принципе несколько штучек уже дома есть, но она как бы всегда пригодится, вкусно пахнет, аромат такой нежный, пахнет цветочками Sakura и молоком, рисовым молоком. Я думаю, это многие знают, если не все. И это одна из самых популярных линеек у марки Rituals. Ритуал Sakura. Я не против, я довольна. Четвертый продукт, как раз то, что нам надо было выбрать. Вот таким образом выглядит тюбик. Очень-очень красиво, симпатично, винтажно. Я выбрала оттенок малина, это не совсем то, что я люблю, но можно было выбрать либо этот нюдовый, как я вам говорила в начале, либо совсем красный. Вот. Но я, как говорится, выбрала такой средний, малиновый. Давайте посмотрим, как он выглядит по факту. Из тюбика это выходит очень-очень-очень темным цветом. Просто какая-то, это даже не малина, а какая-то слива, на мой взгляд. Очень темно смотрится. И вот на руке. Видите, какой темный. Но чем хорош этот продукт, что это сейчас мы все с вами растушуем, и все уже будет не так страшно, как может казаться. Я нанесла достаточно много. Вот такой эффект появляется. Естественно, если мы хотим на щеки, это надо делать раза в 3 меньше выдавливать. А на губы вполне. На губы вполне может быть, видите, такой полупрозрачный эффект. А если хочется прямо, чтобы это было плотное покрытие, надо тогда просто больше наносить. Вот. Но, естественно, мне больше нравится мой нюдовый, который, ну, такой намного спокойнее, и я им действительно пользуюсь и достаточно часто. Особенно в начале, когда я получила этот продукт, в прошлом году еще, прямо мне он очень нравился. Это полноразмерка, естественно, тут 9,5 миллилитра, и мне очень-очень нравится именно оформление. И последний продукт, пятый продукт, мне он тоже очень, в принципе, понравился, от французской марки La Canopée. Это не полноразмерка, это travel size,
Тут у нас 50 миллилитров, и это увлажняющий мист для лица с средиземноморскими цветами, а точнее у нас тут роза, флёр д'оранж и герань. Это полностью натуральный продукт, тут 100% натуральных компонентов, сделано на основе гидролата розы, герани и флёр д'оранжа, и это своего рода либо лосьон, можно использовать как тоник лосьон, можно наносить вот прямо вот так в виде спрея, можно наносить вначале на ватный диск и потом на лицо протирать. Это очень сильное увлажнение. Также нам говорят, что мы можем нанести этот спрей на очищенное лицо и сразу же, пока лицо еще влажное, нанести свой уходовый крем. И таким образом крем станет более увлажняющим. И также можно использовать просто как фиксатор для макияжа, как мы знаем, да, просто мист, чтобы зафиксировать макияж. Очень вкусно пахнет, действительно вкусный аромат. Такая немножечко роза с флёр д'оранжем. Герань я не почувствовала совсем, а вот роза явно выраженная, притом такая слегка сладковатая за счет флёр д'оранжа. Приятный аромат, я представляю, как это будет приятно делать летом в жару. Мне этот продукт понравился, кстати. Я обожаю всякие лосьоны, вот, так что это мне понравилось. Вот такой боксик, мне кажется, очень даже хорошие объемы. Смотрите, получается прямо огромный лосьон для тела, полноразмерка, 125 мл для тела. Дальше у нас очищение, пенка очищающая от Rituals. Для волос у нас прекрасный шампунь, ну, по крайней мере, я так думаю, что он мне понравится, потому что мне очень понравилась маска. Шампунь вполне приличном объеме. Вот это средство, оно очень симпатично оформлено, красивенькое. Но у меня оно уже есть в более интересном оттенке, действительно носибельном. Они вот такой, прямо такая морфуша, мне кажется, может получиться, если переборщить. Вот, так что это меня меньше всего порадовало. И вот этот мист для лица с увлажняющим эффектом тоже мне нравится. Этим я точно буду пользоваться. Этот месяц мне понравился. Мне кажется, в мае они прямо молодцы. Ничего плохого не могу сказать. Кроме того, что они перепутали мне, да, не тот продукт положили. Может быть, они решили, что карандаш, он слишком маленький. У меня коробка получится полупустая. И решили положить такой большой. Не знаю. Тут у нас еще, кстати, был флаер от марки The Bloom Space. Это какое-то приложение для медитации. Не думаю, что мне это будет интересно. Все, на этом я сегодня с вами попрощаюсь. Напишите мне, пожалуйста, ваше мнение, как вам бокс, понравился или так себе. Спасибо огромное, что были со мной, и до скорых встреч. Пока-пока.